Shanling M3X, благодаря сбалансированному звучанию, добротной сборке, стильному дизайну и автономности, заслуживает обзора и вашего внимания. Корпус M3X — это совокупность авиационного алюминия и закаленного стекла. Сенсорный дисплей также прикрыт закаленным стеклом. Он здесь с IPS-матрицей и HD-разрешением. Благодаря диагонали 4,2 дюйма пользоваться им откровенно удобно. Через разъем USB Type-C плеер можно использовать в роли USB ЦАПа. Для прослушивания через наушники предусмотрены стандартные 3,5 и 4,4 мм балансный разъем. Управляется привычными кнопками навигации по трекам и фирменным многофункциональным колесом. Плеер работает на проверенном времени процессоре Qualcomm Snapdragon 430 при поддержке 2 гигов оперативки. В совокупности они обеспечивают довольно шуструю работу девайса. На борту 32 гигабайта встроенной памяти. В плане операционной системы шанлинговцы используют открытый Android 7 версии. Здесь пара новых ЦАПов ES9219C. Приличная автономность. До 19 часов по балансу и до 23 часов по классическому 3,5 мм. Open Android 7.1 позволяет устанавливать любые приложения, в том числе стриминговые сервисы. Подача напористая, сочная, драйвовая и при этом выдержана. С хорошим объемом, детальной серединой и в меру точным верхним диапазоном. Середина тембрально ближе к ровной и выхолощенной, нежели теплая и бархатистая. На низких частотах некая рыхлость и небольшая смазанность. Хотелось бы получить больше глубины и структуры на низах. На детальных записях этого не хватало, но для некоторых стилей, например для рока, это только плюс. По разрешению картины он ближе к старшей модели Shanling M6. В руке лежит удобно, практичен в использовании, не оттягивает карман. Послушать плеер Shanling M3X можно в наших аудиосалонах персонального аудио SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.